Отец Игнатий, а как церковь относится к 9 мая, Дню Победы? Ну, конечно, положительно. Церковь очень молилась за своих воинов, что наше Отечество осталось свободным, осталось православным. В этом же заслуга нашего народа, наших воинов. С Божьей помощью отстояли свою свободу и независимость. Все очень твердо, очень трудно было. Недавно мы смотрели, нас пригласили, показывали поп. Фильм такой, очень такой потрясающий. Там, с одной стороны, показывают людей, которые называются фашисты. Они пришли господствовать над нашим народом. Над нашей страной. Самый главный фашист, Гитлер, он захотел господствовать над миром. Он как бог над миром хотел быть. Для этого он пообещал всем сделать господами, немножко меньше. И кто-то бы из них был господином города, кто-то был бы господином деревни или хутора. И вот они пришли захватить нас, поработить нас, наш народ. С другой стороны, наш народ тогда представляли комиссары. Вот. Тоже сила такая и довольно агрессивна. Если бы не пришли фашисты, то лет через 10-15, то комиссары пошли бы туда. Потому что они от имени мировой революции хотели всем построить рай земной, такой, который они видят. И третье такое сообщество людей было – это христиане с батюшкой вместе. Вот. И фашисты, и комиссары, у них как-то было одно стремление. Они брали на себя право убивать, жертвовать людьми, жизнями других людей. Вот, брали на себя такую ответственность. Они как бы были господами над своими подчиненными. И показали батюшку, и вокруг него православных людей. Они христиане. Они не хотели, они никого не убивали. Они подбирали слабых, они жертвовали собой ради более слабых, более раненых, ходили в концлагеря, давали там одежду, еду носили. Вот, подбирали детей брошенных, там, усыновляли, все это было как бы трудно. Вот, но они единственные как бы сохраняли образ и подобие Божие. То есть то звание человека, это осталось только... А в конце фильма тот комиссар берет, сбивает батюшку, его везут в лагеря и его сажают. За то, что он молился за победу оружия, за то, что он патриот страны. Он мог убежать вместе с гитлеровцами, но он остался. Вот. И вот как бы еще раз показывать, как опасно отходить от Бога, как опасно человек превращается в зверя. Человек, когда Господь сделал человека, создал, Он сказал, создадим по образу и подобию моему. То есть вот ты образ и подобие Божие. И ты образ и подобие Божие, и я. И представляете, когда образ и подобие начинают убивать другого себе подобного. Это разве христианство? Вот когда хочет господствовать над ним, ведь Бог пришел нам послужить. За нас принял смерть. И мы все знаем, вот я здесь начальник, ну я здесь сегодня еще говорил, братья, я здесь главный слуга. Потому что все проблемы на мне зависают. Все их проблемы вот, разрешать должен начальник. И никуда от этого не денешься. Вот. Хорошо бы у нас в стране это бы все понимали, и все бы сохранили в себе достоинство человека. А если без Бога человек, он похож на человека. И гестаповец, и там фашист, немец, похож на человека.
Но это же не человек. Это же пришли не только, допустим, вот, ну, весь мир хотели, весь мир поставить на колени, захватили полмира. И вот благо наше отечество, наше православное отечество, наш народ, который был православным, он еще тогда был православным. Сейчас он уже в меньшей степени, потому что все мы попадаем под влияние других культур и Бога забываем. И вот с этого фильма, кстати, хотели там подискуссировать, поговорить о фильме. Молодежь, ну, больше половины ушла. Они не стали слушать, им неинтересно победы, неинтересно то, что они увидели. Оно, может быть, интересно было, но их манил, ну, тусовки. И они ушли, хотя их пытались как-то сказать, что останетесь послушать. И меня больше всего, ну, война была, она уже прошла. А вот сегодняшнее положение, ну, наверное, не менее страшное, драматичное, чем то, что наш народ пережил вот войну. Там было всего, ну, конечно, начало и конец, и послевоенная разруха, но было всего 4 года. А сейчас пожар, гибнут. Один класс в одной школе хотели, ветерана пригласили, и хотели, чтобы он с ними встретился. И класс отказался. И когда начали, ну, это школьное время, это учебное время, давайте, классный час, давайте посвящаемся, то она сказала: я себе глаза выцарапаю, а вы будете отвечать. То есть вот современное состояние наше, без Бога, без Божия, оно вот таково. Слушаться, вот мне даже представить, что в наше время это могло быть, я не могу. А сейчас все можно. К сожалению. Вот. Вот надо нам всем делать выводы. И вам, нам, и всем, кто еще носит в себе подобие Божие. Делать выводы. Молиться надо. Надо как-то трезвить людей, их будить к жизни. Отец Игнатий, а были ли в вашей семье люди, которые воевали? Да, в моей семье папа воевал, и у отца брат. У отца брат погиб, у моей мамы муж и брат у мужа погибли. Она тогда, у нее был другой муж, мой отец уже после войны. Вот. Дядя Илья, который погиб, он на аэродроме служил там. Это отец у меня был ямщиком. Ну, где-то у него была нога покороче с детства. И поскольку он передвигался как-то, ему труднее было, он поэтому был ямщиком. Но он в 42-м году призвался и провоевал до конца августа 45-го года. Там победу уже отпраздновали, а в Курляндии, где он воевал, там еще были бои долго. Долго еще немцы не сдавались. Вот. Ну, я помню там имена полководцев, он называл Баграмяна. А так мы, к сожалению, о войне не очень расспрашивали, потому что мы ее все как бы видели на глазах инвалидов. Их было очень много, кругом было много. В 59-м году мы поехали в Сталинград, тогда еще называлось, и там на каждом... Нитки было были на колясках, там на этих, без ноги, без руки. Вот, ну, потом их куда-то убрали. Вот, но было действительно это. И война тогда была очень, она как бы все напоминала. Одежды, люди по воскресеньям одевались там в воинскую одежду, свои офицерские. Там гимнастерки,